Посмотрите, Оля. Две розы. Какая вам больше нравится? Ну, ну, конечно же, вот эта. Свежая, красивая, эффектная. Или вот эта, которая уже подвяла. Смотрите, какая дряблая уже и листва, и дряблые и лепестки. Ну, каждая женщина мечтает, чтобы кожа была молодая. Но возможно ли остановить старение? Вот остановить, ты бы, да, сказала, я бы так сказала, приостановить и, самое главное, замедлить его на десятилетия. Ведь посмотрите, да, действительно, вот у нас вот сейчас вот представлен крем омалоувлажняющий, да, с гиалуроновой кислотой. Он у нас и увлажняет, и питает. А вообще мне этот крем еще чем нравится, да, Оль? Во-первых, он универсальный. Смотри, да, зачастую у нас крема подразделяют на разные участки кожи. Здесь этот крем, в чем его преимущество? Он подходит и для лица, и для шеи, и для зоны декольте. Оль, ты не поверишь, даже под глаза его можно. Да что ж не поверю, я знаю этот крем, я его люблю, я его использовала сама. И настолько потрясающая нежная текстура, что я его рекомендую всем и от души. Великолепный крем, и это зеленая улица. Посмотрите, какая потрясающая текстура. Ну, а вы получаете, кстати... Не один крем, а два крема за 999 рублей. Два крема, объем здесь у нас 50 миллилитров, и хватит этого крема очень надолго. Действительно, Оль, хватит надолго, и вы можете даже приобретя два, но я думаю, может быть, подарить, если вы не жадная. Не отдадите, я знаю. Нет, Наталья, я тебе уверяю, потому что только начнете пользоваться, ни за что, ни с кем не захотите делиться. Хорошо, а я скажу, почему сейчас. Конечно же, за счет того, что там потрясающий состав. Так, вот это здесь интересно. Здесь просто необыкновенно. Во-первых, гиалуроновая кислота, которая действительно очень препятствует увяданию кожи, да, как я всегда говорю, да. Кожа наша, она как губка. И если не подпитывать, она у нас сморщивается, появляются морщинки, высыхает. А что это? Это, конечно же, признаки старости. Опять же, вернемся к тому же коллагену, да, который перестает вырабатываться, проседает кожа, теряет свою упругость, теряет свою эластичность. И что? Конечно, уход за кожей должен быть обязательным и ежедневным. Я рекомендую вам крем для лица и шеи, питание и увлажнение. Вот именно то, что необходимо нам каждый день. Посмотрите, какая текстура нежная, распределяется легко. Ну, а прямо сейчас я хочу представить вам нашу модель. И это моя мама, маме 65 лет. Я крем этот ей подарила уже... Прошло несколько месяцев, она пользовалась ровно месяц. И давайте мы теперь как раз и рассмотрим, какие проблемы, да, с чем борется крем и какой получили результат. Ну, конечно, я сейчас с удовольствием подойду к маме, Оль, твоей. И действительно, у нас есть уже результат. Я помню, да, когда я первый раз увидела твою маму и обратила внимание, да, что еще... Ну, думаю, да, были уже действительно признаки, и у нас было достаточно большое количество вокруг глаз морщинок, и опущенные носогубочки были, и совсем ушел овал лица, то есть действительно уже были признаки. Но я вот сейчас, а я ее не видела действительно месяц, как-то так получилось, и на самом деле, Оль, ну я поражена. Я бы твоей маме в жизни не дала столько... Ты знаешь, Наташ, ну, поражена 50, не только ты. Два года максимум, вообще просто. А давайте не будем голословными и посмотрим, как выглядела мама до применения, и вот близко давайте рассмотрим все проблемы. Да, ну вот смотрите, да, была проблема вокруг глаз, была и пигментация, и морщины вокруг глаз, и посмотрите, носогубки были действительно уже опущены, и вот действительно было очень много поры уже получаются у нас, и овал лица ушел. Ну, действительно, мы все это видим вот на крупном плане, и очень большие были крупные морщины на лбу, шея была провисшена. Я говорю, овал был вообще просто потерян абсолютно, честно говоря. Такой эффект за месяц, это потрясающе. Вот, и смотрите, вокруг глаз был абсолютно все в сеточку. Все в сеточку, а вот теперь посмотрите, давайте тоже посмотрим поближе, разглядим все нюансы, прокомментируй, пожалуйста, начиная со лба. Да прям вот поражаюсь, вообще, вот я можно даже беру челочку, не против да? Смотрите, абсолютно нету морщин, вот просто они разгладились, потрясающий эффект. Очень красиво, симпатично, остались только мимические морщинки, лучики, они прям они действительно... Миленько, давайте просто сам, да что буду рассказывать, я у Нины просто спрошу, говорю, какой вот вообще, вот вы довольны результатом? Да, конечно, я вам скажу честно, что кремом я раньше пользовалась, но этот крем самый восхитительный. Я им попользовалась, результат сразу мне прямо на лицо показался, эффект обалденный. Лицо стало... Знаете, какой-то такой цвет улучшился, нежнее, и как будто он напитался влагой,
чище стал, подтянутость. И очень мне нравится, когда его наносишь, он моментально впитывается, и уже как-то вот эффект сразу делается. Ну, прям молодеешь на глазах. А молодеешь, я, кстати, скажу, почему, Оль. А сейчас почему? Открою секретик. Потому что в этом креме, конечно же, есть абсолютно уникальный компонент, природный, с таким названием «кошачий коготь». Ой, а что это такое, меня многие спрашивают. А я тебе сейчас расскажу. Это у нас такая лиана, которая произрастает только на Амазонске, вдоль Амазонской реки. И за счет того, что на этой лиане у нас получаются такие коготки, то есть там получается прям, получается, как вот поэтому название кошачий коготь. Но это, конечно, все красиво и хорошо, но самое главное, ведь это же мощнейший антиоксидант. И по своим свойствам, на самом деле, вот этот кошачий коготь сравнивают, между прочим, с таким известным растением, как эхиноцея. Так. И женьшень, который, Оль, мы уже сегодня говорили о нем, является действительно корнем молодости. И за счет того, что это антиоксидант, что такое оксидант? Антиоксидант, он борется со свободными радикалами, которые как раз свободные радикалы разрушают наши клетки, в том числе и клетки кожи изнутри. То есть они забирают свой свободный радикал, и наша кожа, в принципе, весь организм начинает стареть. Болеть. Остановите старение! Скажите «нет» и «стоп» морщинам! Забирайте крем для лица и шеи, который можно наносить и на кожу вокруг глаз. Это бывает очень редко. Все благодаря нежной текстуре. Внимание! Со скидкой в 1200 рублей. Вы заметили, что у нас сегодня скидка превышает стоимость. Это бывает очень редко. Сделайте заказ сейчас. Подарите себе молодость с помощью особой текстуры, особого состава, натурального. Разглаживает морщинки и дает все самое важное, и питание, и увлажнение. У меня вопрос к эксперту. Натали, скажи, пожалуйста, для какого типа кожи и возраста рекомендуешь этот крем? Ну, на самом деле, здесь универсальный крем, он подходит для любого типа кожи, для сухой, для комбинированной и для жирной. И хочу сказать почему, потому что его же у нас все-таки эффект идет. Именно то, что здесь гиалуроновая кислота, она очень хорошо увлажняет нашу кожу. И посмотрите, вот эффект, да, потрясающий, что здесь мы получаем в результате. Во-первых, мы разглаживаем морщинки, мы уменьшаем мимические морщинки, уменьшаем глубину возрастных морщинок. А у нас возвращается цвет лица очень красивый, получается. Мы боремся с такими проблемами, как шелушение, сухость. Между прочим, очень ошибочное мнение, что когда кожа жирная, не нужно пользоваться кремами для увлажнения. Ничего подобного. Даже жирная кожа, это, она может быть сухой на самом деле. Это просто неправильная работа сальных желез. Так вот этот крем еще справляется с такой проблемой, как работа сальных желез. То есть у вас даже если жирная кожа, здесь мы решим и эту проблему. То есть у вас восстановится баланс, водно-жировой баланс вашей кожи. И увлажняет, и питает. И 999 рублей – это цена двух кремов в комплекте. Но посмотрите на кожу, посмотрите, как изменилась, как помолодела. Подтянулась кожа, разгладилась, и морщинки вокруг глаз стали менее заметными. А ведь нашей модели, Нине, моей маме, 65 лет. Не 40 лет, не 50, а 65. Даже возрастная кожа поддается и дает прекрасные результаты. 75 остается комплектов, и сделайте заказ прямо сейчас. Еще вопрос насчет липкости. Есть липкость или нет? Ну, как Нина, я думаю, что Нина сама ответит нам, она же пользуется. Да я в этот крем просто влюблена. Мне стали комплименты делать, у меня даже подружка спросила, ну, Калисия, ты все-таки что-то сделала с лицом? Ну, типа укольчики, боже, я их боюсь. Да нет, это крем меня спас, он просто меня, ну, лет на десяток помолодил, это точно. Отлично, хотите вы помолодеть, заказывайте, это крем, питание и увлажнение. Натуральный состав, российское производство и цена с максимальной скидкой.